Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Богу, друзья! Доброе утро всем! Роза, сестра, подключилась тоже. Доброе утро, драгоценные братья и сестры. Шаббат шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом, друзья. Мир Божий всем вам. Аллилуйя. 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 Да, слава Богу. Доброе утро. Благословляю всех вас, возлюбленные. Сегодня трансляцию делаю с утренней молитвы. Да, пусть Господь благословит нас во имя Господне, во имя Иисуса Христа молюсь. Слава тебе, Господь. Слава, слава, слава и хвала. Слава Агнцу Божьему. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благословен Бог наш, благословен Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шаббат шалом, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир, Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир, Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, Шаббат. Шаббат, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шалом. Слава тебе, Господь! Благословен ты, Бог наш! Благословен и был вечер, и утро, день седьмой. Наступило утро седьмого дня. Слава Богу Всемогущему! Поздравляю всех вас, братья и сестры, с Днем Господним, как говорится, паки и паки, снова и снова, вновь и вновь. Поздравляю всех с субботним днем. Сегодняшним утром. Сегодня молюсь, благодарю Бога Всемогущего. И вот здесь места из Писания, тоже я обозначил в самом начале этой трансляции в чате и в комментариях. Опубликовал эти два места Писания. Вот, и одно из них из послания Коринфянам, 15 глава, 22 стих и 49 стих выписал. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Аллилуйя. И как мы носили образ перстного, то есть из праха, перст, прах, образ земного, будем так говорить, именно не просто даже земного, а перстное, это разложение мертвого, это вот прах, прах сам, пепел, прах, пыль. Будем носить и образ небесного. Аллилуйя. Образ небесного. Носили образ перстного, ныне носим образ небесного. Аллилуйя. И будем носить еще. Аллилуйя. И из послания к Ефесянам апостола Павла, 4 глава, 32 стих. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог во Христе простил нас.
Бог во Христе простил меня, Бог во Христе примирил с собой вообще весь этот мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примиритесь с Богом. Братья, сестры, обращаюсь сейчас ко всем, кто подключается онлайн сегодняшним утром этим субботним, или же кто потом уже будет смотреть днем, допустим, или вечером даже. Некоторые пишут комментарии, допустим, да, я понимаю, что люди даже порой утренние смотрят вечером. Ну, где-то у нас вечер, где-то утро. Земля большая, от края до краю, на самом деле. Значит, разные часовые пояса. Вот, и, ну, как бы то ни было, значит, сегодня благоставляю вас. И сегодня, если кто из слушателей, зрителей еще не примирился с Богом, воспользуйтесь сегодня прекрасным шансом, воспользуйтесь сегодня этой уникальной возможностью. Примиритесь, примите, просто-напросто примите это прощение. Потому что Господь Бог уже примирился с нами. Он первым подал руку прощения. Вот, и первым просит прощения, да, часто виноватый, но чаще всего не то, чтобы самый виноватый, а самый ищущий дружбы, самый любящий, дорожащий нами. Поэтому, да, конечно, мы протягивали руки к Всевышнему, но Бог протягивал к нам руки гораздо сильнее. Как на Востоке говорят, когда человек делает шаг навстречу Всевышнему, Всевышний Бог, Он идет навстречу, делает тысячу шагов навстречу человеку. Но когда человек идет навстречу Всевышнему сам, то Всевышний бежит навстречу человеку. Аллилуйя. Одно из объяснений, красивых объяснений еврейской звезды. У меня здесь талис, а флага сейчас здесь у меня израильского нет с собой. Ну, представляете себе, да, вот звезду Давида, еврейскую звезду. Некоторые, кстати, путают. В русскоязычном мире несколько лет назад была запущена такая дезинформация, что это, мол, якобы звезда там Римфана, значит, там звезда, значит, солнцепоклонников. Не, нет, ничего общего. То, значит, свастики, то звезды солнцепоклонников, там даже православная восьмиконечная звезда, и то более соответствует как бы звезде Римфана, значит, нежели еврейская шестиконечная звезда, вот, которым ничего общего не имеет с этим культом. Но я сейчас не о том, а это просто по ходу замечания. Вот, значит, и интересно, что шестиконечная звезда – это два треугольника. Есть разные объяснения, но вот одно из объяснений. Значит, два треугольника острием вверх, один треугольник, другой острием вниз. И вот острием вверх – это мы, это наше, это человечество, это наше человеческое устремление к небесам. А острием вниз – это Божье устремление к нам, к людям. Бог ищет человека, человек ищет Бога, Бог ищет человека. Вот, и они соединяются, в идеале вот соединены вместе. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Мне очень нравится мессианская вариация креста, звезда Давида с крестом еще. С крестом внутри, таким крестиком. Или же там, я нарисовал, допустим, тоже такой же символ, но там немного стилизовано. Надо будет, рисунки тоже будет публиковать, наверное, в сетях социальных. Вот свои там, там, значит, внутри чаша, чаша, чаша как раз как знак и реформаторов, кстати, вот Ян Гус, да, гуситы, чешская реформация, моравские братья, но не только, чаша еще это знак, вот действительно, вот в целом даже, в общем, в христианстве крови Христа, чаша как раз вот Нового Завета, слава Богу, поэтому тоже очень красивый, думаю, будет символ такой, именно звезда Давида, и внутри такая вот чаша, означающий кровь Христа, которая соединила небесное и земное, Бога-человечество, Бога-человечество, аллилуйя. И вчера я говорил немного о том, что, значит, вот в молитве даже «Отче наш», многие считают ее новозаветной молитвой,
Но, как и сама Нагорная проповедь, в целом она не является новозаветной. Это еще, будем так говорить, период законничества, закона. И именно эпоха закона еще, до времени благодати еще. И многие слова, сказанные там, значит, Машиахом, да, они имеют в виду человека, находящегося еще не в эре благодати, не в эпохе благодати, а под законом находящегося. И вот там в молитве «Отче наш» вот эта фраза любого нормального новозаветного верующего, она немного как бы так вот, конечно, цепляет. Там «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И если не будете прощать, там написано дальше, да, там, то и вам не простится, там прочее, прочее. То есть как бы зависимость нашего прощения от прощения Бога. Интересно, но в новозаветном формате, в эпоху благодати уже, все иначе, прямо наоборот как раз. Мы прощаем, потому что мы прощены. Я прощен, и поэтому я прощаю. Ветхозаветный формат, законнический формат, да, закона, эпоха закона. Закон через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа произошли. И законом, да, если человек руководствуется, мне очень жалко таких верующих. И среди евреев, и среди неевреев, и среди христиан, среди иудеев я встречаю очень много людей законнических. Среди мусульман, у меня большая мусульманская родня, значит, и вот некоторые мои братья, допустим, двоюродные, стали такими практикующими, очень такими активными мусульманами. Я же татарин по своей маме, еврей по отцу, татарин по маме своей, и мне близка и мусульманская культура, и иудейская культура, но по призванию я являюсь православным священнослужителем, уже больше 30 лет несу это служение, да, с 87-го года самого. И очень Богу благодарен за это призвание. Но мне близка и культура, и мусульманская, и иудейская, и христианская близка культура. Но дело не в культурах, а в том, что в самом отношении пред Богом. И очень часто люди, вот гоморелигары, да, человек религиозный, попадаются вот на такую уловку. Я делаю, чтобы что-то заработать. Если человек он руководствуется таким мотивом, да, если руководствуется подобным, я сделаю то-то и Бог сделает то-то, я сделаю то-то и Бог будет обязан мне сделать то-то, то это человек, находящийся еще под законом, он еще не вкусил благодати Бога. И мне таковых действительно очень искренне жалко людей. И поэтому мой совет всем тем, кто так мыслил или мыслит, просто поскорее освобождаться от этого законнического отношения. Это пережиток ветхозаветного прошлого, будем так говорить, в человеческом роде. Если до Иисуса Христа это было оправдано, то уже в эпоху благодати это уже, ну скажу так, не имеет никакого оправдания абсолютно. Вот, и поэтому ветхозаветное мышление, да, законное, под законом находящегося человека мышление, я прощаю и поэтому буду прощен. Вот. А в новозаветном формате мышления, да, новозаветное мышление, эпоха, человек, живущий в благодати Бога, не под законом, а под благодатью, он мыслит иначе. Я прощаю, потому что я прощен. Я прощен, и потому я прощаю. Я прощен, и потому имею силу прощать. Я пережил прощение в своей жизни, да, принял прощение, принял от Бога, и поэтому я могу его раздавать. То, что имею, то и даю. Вот, и это очень важно отметить, братья и сестры, очень важно, чтобы не было путаницы у нас. Вот, и пусть Господь благословит сегодняшним субботним этим утром всех нас. И вот эти слова еще раз хочу вспомнить пред всеми вами. Слова, значит, из послания Ефесянам. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Аллилуйя. Но опять-таки эти наставления апостольские, они младенцам, будем так говорить, потому что если духовным младенцам, потому что если человек он уже принял Христа верою глубоко в свое сердце, да, Христа Иисуса глубоко в свое естество, то его уже нутро уже, сама внутренность его учит его уже. Вот это помазание, которое в нем уже, оно учит нас. Вот это очень тоже важно отметить. Поэтому, да, Писания говорят о Христе, да, говорят о Мессии, говорят о благодати этой,
Но пока человек сам не вкусит ее, как говорится, по усам текло, в рот не попадало. Вот так вот. Но важно, чтобы это было внутри человеческого естества. Света Дьяченко, да, шалом, прощенные праведники во Христе. Аллилуйя, аллилуйя. Да, шалом. И мне еще нравится, как пишете вы, дети любви. Вот это очень красиво прям. Дети любви. Слава Богу. Как раньше пели, мы дети галактики, да, а это мы дети Божьи, дети любви. Аллилуйя. Тамара тоже подсоединилась, да, значит, доброе утро всем. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, ибо один Бог, аминь, един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, Бог хочет, действительно. Аллилуйя. И то, что уж Бог хочет, поверьте, я знаю на 100%, Он своего добивается. Он не такой, чтобы, знаете ли, вот хочется, и, ну, хочется, перехочется, хочется и не захочется. Сейчас хочу, завтра не хочу, хочу, потом передумаю там. Бог не такой, абсолютно не такой. Люди многие такие, к сожалению, да, значит, это еще старая природа такая, падшего человека, злое начало в человеческом роде, да, еще дает о себе знать, или как вот мы говорим, первородный грех, там прочее. Ветхий человек, как написано в Библии о нем. Но Господь, Он какую уж цель поставил, Он добивается 100%. Благословен Бог, аллилуйя, шалом, народ. Роман пишет, да, слава Богу. Да, друзья, благословляю вас. Да, благослови вас всемогутний, аллилуйя. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, благословен Господь наш, Отец наш, сущий на небесах, аллилуйя, да святится имя Его, аллилуйя, слава Тебе, Господь, благодарю Тебя, Господь, за все. За все Тебя, Господь, я благодарю. Ты исцелил от смерти, Ты спас от смерти душу мою. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Боже, исцелил и оправдал, Господь, слава Тебе. Бог во Христе примирил с собою мир, простил, и теперь я могу прощать, потому что я прощен Тобою. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя за эпоху эту благодати, за эту реку полноводную благодати Твоей. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. Погружаемся в океан Твоей любви и пропитываемся Тобою. Бездна внутри нас, бездну Твоего милосердия и любви призывает. И Твоя бездна, бездну нашу призывает, ищет. Спасибо Тебе, Господь. Я принадлежу Тебе, возлюбленный мой, а Ты мой навеки, навсегда. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. И ничто никогда не разлучит нас. Спасибо. Спасибо, драгоценный мой Бог. Аллилуйя. Да, друзья, и сегодня тоже совершаю причастие, Евхаристию, хлебопреломление тела и крови Христовой. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Боже, спасибо. Это потрясающее единение душ, потрясающее единение сердец. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Господи, спасибо за верность и отцовскую любовь, за то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь, за то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. Он был гоним, Иисус Христос, для нашего прощения. Был беден, дабы в нем я стал богат. И
Иисус Господь раны принял нам на исцеление. За грешников был праведник распят. За грешников, за всех нас, за весь этот мир был праведник распят. Видел глаз людской, и слышали уши, как страдала невинная плоть, чтобы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь, чтобы знали все люди на свете, как нас сильно всех любит Господь. Спасибо Тебе, Господь всемогущий, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе и хвала. И самые великие знаки Божьей любви, да, причастие, Евхаристия, таинство тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, таинство тела и крови. Я вчера здесь запаковал хлебушек. Ой, спасибо тебе, Господь, спасибо. Сегодня еще, наверное, приедет отец Максим. Преломим хлеб как раз, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Самые великие знаки божественной любви. Понятные всем. Самое интересное, что да, хлеб понимают все. Знак, да, тела Христа. Что может быть проще и важнее одновременно? Хлеб. Как раньше пели, помните, да? Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова, хлеб всему голова. И еще пели хвала рукам, что пахнут хлебом. И действительно, как новозаветный верующий, мы понимаем, что хлеб для нас это образ самого Господа Иисуса. Он назвал себя хлебом, сошедшим с небес. И когда мы преломляем хлеб, то мы действительно провозглашаем и самим себе, и друг другу, и всему этому миру Божью победу. Победу нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Победу над смертью, победу вечную. Агнец от века закланный, Иисус Христос. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной. Благословен, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословен Ты, Господь, Бог наш, возлюбивший мир и доказавший свою любовь всему миру, однажды и навсегда приобретший нам искупление вечное. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за все, за все, за все. За все Тебя благодарю, Господь. Слава Тебе. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благодарю Тебя, Господь, за лозу земную. Благодарю Тебя за хлеб земной.
которое ты произвращаешь нам, Господь. Люди, мы, люди, трудимся, но и поливающий, и насаждающий ничто, а все ты, Бог, взращивающий, возвращающий, дающий жизнь. Тобой мы живем и движемся, и существуем. Слава тебе, Господь! Хвала тебе, дающему нам хлеб. Боже, каждый день насущный хлеб, милующий, питающий всех нас. Спасибо тебе, Господь. А наипаче благодарю тебя за лозу небесную твою, за Иисуса Христа, хлеб, сошедший с небес, и лозу прекрасную небесную. О, великий виноградарь, благодарю тебя, Господь, за все, за все. Благодарю тебя, Господь, за это таинство, за Евхаристию сейчас, за хлебопреломление, таинство тела и крови твоих. Слава тебе, Господь, слава тебе. Благословен ты, Бог наш, отныне и вовек. Спасение, дар Божий, твой святой дар всему истрадавшемуся человечеству, всей вселенной, от края до края. Слава тебе, Господь! Благословен Царь наш отныне и вовек. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую. Аллилуйя! Пресчастливую. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Благодарю тебя, Господь, за тело и кровь Сына твоего Иисуса Христа. Благодарю тебя за то, что сегодня телом и кровью твоего Сына являюсь я. Спасибо, Господь, Христос во мне, упование славы. Благодарю тебя за великую тайну. Я принял Христа верою и живу им. Спасибо, Господь. Боже всемогущий, благодарю тебя за эту великую тайну Бога сыновства. Я и Отец одно. Спасибо, Господь, за все. Благословен ты, Царь наш. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, и совершая причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Конечно, рассуждаем о том, что благодатью мы спасены, и сие не от нас, Божий дар. Чтобы никто не хвалился, Господь уравнял всех нас, да, как на Суккот поставление кущей, помните, да, этот обряд возношения лулава, вот скоро уже праздники осенние начнутся. Череда осенних праздников, остается месяц, сегодня новомесячие, сегодня последний день завершающегося месяца Ав, сегодня вечером уже встречаем месяц Элул, остается последний месяц уходящего 5779 года от сотворения мира, от Адама. Элул, месяц шафаров, трублений. Месяц покаяния, месяц трепетной любви, месяц трепетной любви, ожидания. А затем Тишри,
уже 29 сентября вечером, да, мы будем в этом году завершать Элуль и праздновать Новый год. Новый 5780 уже. И начинается с 30 сентября в этом году, с 1 числа месяца Тишрей, начинается череда осенних праздников, библейских, божьих, господних праздников. И удивительно, конечно, один из самых потрясающих обрядов, в буквальном смысле потрясающих, там тряска такая, там возношение лулава, да, возношение, некоторые там шутят, говорят, это еврейское такое экибана какое-то, да. Нет, это четыре вида растений, ну, как в Библии написано, одним словом, все так вот и совершается по сей день. Четыре вида разных растений, разная символика есть этих растений. Вот, но одно из объяснений, что этрог, значит, и все остальное берется вместе и потрясается, что Бог всех. Одно из этих растений, оно имеет, ну, этрог, собственно, да, значит, ну, наподобие лимона нашего. Вот, значит, это цитрусовое такое растет там в Израиле растение, очень похоже на лимон наш. Лайм, лимон, что-то такое похожее. И по запаху, по вкусу. Вот, значит, и оно имеет и запах, и вкус потрясающий. Второе из этих растений, которых в Библии указывается, да, на этот праздник поставления кущей, вот, в октябре будем праздновать. В этом году, значит, и он второе растение имеет запах, да, но не имеет вкуса. Третье, наоборот, имеет вкус, но не имеет запаха. А четвертое, ива, да, она не имеет ни вкуса, ни запаха вообще. И безвкусная, и никакого запаха от нее нету. И вот одно из объяснений, конечно, разные есть объяснения, одно из объяснений древних еще, что, конечно, ну, этрог, да, в идеале, да, это те, что имеют и познание и в теории, и в практике богопознание, да, и в слове, и в деле. Вот, потом кто-то, одно из растений означает тех, кто в слове, в теории религиозной знатоки, но в практике никак. Другие, наоборот, еще есть третьи товарищи, да, такие, да, которые... практиканты, практикующие, верующие, да, значит, потрясающая практика у них, значит, но в теории вообще не бум-бум. Вот, значит, а четвертые друзья, да, значит, это те, кто ни теории, ни практики вообще, ни ума, ни фантазии вообще, ничегошеньки вообще. Вот, лишь так просто вот, как говорится, homo sapiens, да, значит, но самое интересное, образ такой берется, все это вместе сводится и потрясается на все четыре стороны света. Вот, и одно из объяснений как раз, что Бог, Он всех нас примиряет и спасает. И есть момент спасения, потому что это праздник кущей, поставление кущей, праздник Божьего покрова, будем так говорить. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, драгоценный. Бог во Христе примирил с собою мир. Аллилуйя! Поэтому праздник мира. И это образ тысячелетнего царства и вечного царства Божьего. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Потому что если весенние праздники, там, да, допустим, там Пасха, значит, Пятидесятница, значит, да, это праздники весенние, которые, они уже... более для нас прошлое, чем сегодняшнее, да. Конечно, они говорят о сегодняшнем нашем дне и о вечности тоже говорят, безусловно. Все Господни праздники такие. Они говорят, в отличие от человеческих, религиозных, там, прочих праздников, они говорят и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Вот, но все же весенние праздники, они больше говорят о прошлом для нас, потому что уже Пасха наша, Христос уже свершилась, да, Пятидесятница свершилась тоже, вот, это прекрасно все, Шивот свершился, то осенние праздники, они еще большей частью, они частично исполнились тоже, при первом пришествии Иисуса Христа, Рождество Христово, там, прочее, но они более говорят о будущем нам, аллилуйя,
Ну и праздник Шаббат, суббота, праздник седьмого дня, вот сегодняшний праздник, он вообще уникальный, он самый первый стоит в череде праздников, в которых Бог сказал, вот праздники мои, да, вот, и суббота, она всегда говорит равно и о прошлом, и о сегодняшнем, и о будущем, то есть она вообще без такого, чтобы более в прошлое или более в будущее, нет, она вот равна. Это праздник вечности, это праздник просто вечности. Вечность во временном, временном измерении нашем, временном мире, вечность. Вот. И хлебопреломление тоже это образ вечности, потому что Бог наш, о, аллилуйя, вечный Господь, и Его любовь, она вечна, и Агнец Его в вечности закланный. Не только мы вспоминаем события 2000-летней давности, нет, нет. Для настоящих верующих вопрос стоит гораздо серьезней. Ведь каждый из нас, каждый возрожденный свыше человек, каждое дитя Божье связывает свое духовное возрождение именно с кровью Агнца Божьего Иисуса Христа. То есть это событие не просто прошлого, а сейчасшнее событие. И мы верой принимаем то, что написано также в Библии, что Агнец от века закланный, он в вечности каким-то образом заклан. Вот, поэтому его кровь действует постоянно в любом временном отрезке, в любом периоде, в любой эпохе, в любом поколении. Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, приходит в действие через веру. О, спасибо тебе, Господь, по благодати великого Бога. И сегодня, сейчас рассуждаем о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Возьмите себе хлебушка, помолитесь, благословите Бога Всемогущего, налейте себе виноградного сока, или же, если нет сока, то даже просто воды. Я использую часто, просто воду наливаю, допустим, в бутылочке у меня вода. Вот, иду там, допустим, если в парке, раз у меня там с собой хлебушек, у меня еще, кстати, маца еще с Пасхи, аж остатки мацы беру с собой, ломаю, значит, и пресником причащаюсь. Вот, и, вот, и здесь вот, да, значит, я обычно вот какую-то лепешку беру, значит, там восточную лепешку, там, у братьев-мусульман покупаю, значит, там, лепешку, и говорим салям, салям алейкум, все, значит, благословляю их. Я люблю благовествовать мусульманам, потому что тоже немного мусульманин по матери, по крайней мере. Вот, и поэтому я, значит, люблю очень благовествовать и татарам, и прочим, всем мусульманским народам. Вот, и верю, что Бог хочет, действительно, и Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И пусть от религиозных воззрений всевозможных, потому что религия сама по себе, она не спасает. Ни христианство, ни ислам, ни иудаизм, никакая религия. Она на время дает какое-то облегчение, утешение, там, значит, там, ну, как опиум вот для народов на самом деле определенный. А религия, она, ну, на какой-то период времени она может быть даже и полезной для человека, не знаю. Но в целом религия противится всегда вере и Богу. Как вот еще отец Александр Борисов писал, московский протоиерей, в своей книге «Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви». Он писал еще в 94-м, я думаю, где-то году, или 95-м, не помню уж, когда он издал эту книгу. Вот, значит, и у него целая глава этой книги посвящена размышлениям. Она так и называется, эта глава, «Вера и религия». И он как раз противопоставляет эти понятия и говорит, что обычно для обывателя нашего или для религиоведов, там, допустим, да, специалистов, это как бы одно. Но на самом деле это вот, он разбирает слово «религары», «религии», да, значит, как форма больше, формальная вот эта вот сторона, форма, лишенная даже содержания, и вера, как само, вот именно сама суть нашего вот этого, ну, будем так говорить, бытия, единение с Творцом, настоящее единство с Творцом. Религия больше как наши вот эти вот, как Александр Мень говорил, его товарищ Борисов Александра говорил чуть раньше еще, в конце 80-х, что все религии, в том числе и христианская религия, все религии, это как мостики такие, как вот лестницы, поставленные с земли,
попытка, значит, достичь неба. Но Христос Иисус – это лестница, спущенная с небес. Это с небес сошедшее, вот действительно, спасение для всех и вся. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И сегодня, рассуждая о теле и крови Христа, рассуждаем благочестиво, рассуждаем о том, что Бог во Христе примирился с нами, и Он примирил с собой весь мир. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Это великая честь, Боже, быть с Тобой единым целым. То, что говорил Иисус, говорит сегодня и самому себе, и всему миру. Я и Отец одно. Мы едино. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя за то, что не золотом или серебром, никакими богатствами этого мира невозможно было бы это спасение. Но оно стало возможным благодаря крови Сына Твоего, святого праведника Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю и благоставляю великое имя Твое. Благодарю за то, что спасен я кровью Агнца Твоего, Иисуса Христа. Более того, я исцелен и благоставлен всеми благословениями небес, жертвой Христа Иисуса, телом ломимым на Голгофском кресте, Агнца от века закланного, кровью святой, которая и сегодня нас, ходящих во свете, имеющих общение друг с другом, омывает от всякого греха. Благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе, наш Бог и Царь. Аминь. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Ешьте, пейте, братья, сестры. Господь да благословит. Христос в нас, упование славы. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Лехаим. Лехаим. За жизнь. За жизнь. Всего мира ты отдал свою жизнь. Непрестанно благодарю Тебя всю свою жизнь на этой земле. До последнего издыхания буду благодарить Тебя, Господь, и вечности прославлять Тебя. Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий, Господь Саваоф. Спасибо. Кадош, 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 свят, свят, свят,
Адонай, Елохим, Цеваот, наш Господь, Бог всемогущий, Кадош, 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 свят, 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 Адонай, Елохим, Цеваот, наш Господь, Бог всемогущий, Бог всесильный, Бог всемогущий. Лехаем за жизнь. Имя Твое есть жизнь. Имя Твое есть воскресение. Ты есть воскресение и жизнь. Слава Тебе. Аминь. Великая честь служить такому царю, как Ты. Царю над всеми царями. Богу над всеми богами. Господу над всеми господствующими. Слава Тебе, Господь, вовеки. Аминь. 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 Спасибо, Господи, за все. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за милость и любовь Твою. Благодарю Тебя, Господь, за великий дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господи нашим. Спасибо Тебе. Спасибо за это утро седьмого дня, утро субботы. Спасибо, Господин субботы. Приветствую Тебя. Приветствую Тебя. Приветствую. Приветствую Твоих ангелов, посланников Всевышнего. Шалом алейхем, малахей ашарем, малахей льем, мимелех, малахей амлахим, акадош. Баруху. Приветствуем вас, ангелы, посланники Всевышнего. Приветствуем вас, приходите с миром к нам. Пребывайте с миром среди нас, ангелы Всевышнего, посланники Всесильного. И уходите также с миром, ангелы Всевышнего, посланники Всесильного. Приветствуем вас, ангелы, служебные духи. Спасибо Тебе, Господь, за ангелов Твоих. Спасибо, Боже, за всех небожителей. Это облако свидетелей, сон. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо за церковь торжествующую. Спасибо за церковь странствующую, воинствующую. Спасибо за Твое единение всех миров, и ангельских, и человеческих. Спасибо, Господь, под главенством Христа. Спасибо, спасибо.
Аллилуйя, аллилуйя. Виталий тоже присоединился. Да, буду воспевать Господа, пишет он, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есим. Аминь, аминь, аминь. Мир всем Божьим детям, искупленным во Христе Иисусе. Милость моя и ограждение, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, я на него уповаю. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, благословляю всех вас. Из Киева всех вас благословляю. Пою молитву благословения священнического. Вот, и сегодня я здесь проповедую в одном из собраний у моего старого друга, у пастора Константина. Здесь буквально через дорогу на Попудренко, на левом берегу здесь, возле станции метро Чернигевска. Вот, добро пожаловать, если кто в Киеве, то в 11 часов жду вас. Сегодня в 11 часов начало богослужения здесь, церковь исцеления народом. Аллилуйя. Ну, объявление я дал уже, значит, вот здесь вот как раз, значит, в социальных сетях, на Фейсбуке. Вот, а если что, кому интересно, то здесь, ну, христиане знают это место. Это возле метро Черниговская. Здесь, значит, офис CNL, телевидение христианского CNL. Поэтому все это знают. Просто CNL, он внизу, в таком полуподвальном помещении, да? А вот служение наверху как раз, наверх, конференц-зал. Вот, в 11 часов, да. Спасибо Господу за все, спасибо. Молюсь за нашего отца Алексея, нашего благочинного протоиерея Алексея Прошак. Молюсь за его полное выздоровление, исцеление сейчас. Молюсь за нашего отца Сергия Фомина, он сейчас в больнице, тоже молимся за его исцеление. Вот, за всех братьев, сестер молимся во имя Христа Иисуса. Аллилуйя. Завтра здесь в Киеве будет служение, вот, и ждем отца Виктора в гости. Отец Максим сегодня должен быть тоже. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Вот, благословляю всех вас, Милана тоже, свят Господь Саваоф, пишет Светлана тоже, мира всем братьям и сестры, Роза, будьте благословены, архиепископ Сергий, спасибо большое. Благословляю свою семью сегодня, благословляю супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, благословляю детишек наших, внуков наших, благословляю ваши дома, родных, ближних, во имя Господа Иисуса Христа. Арсения благословляю, дом его благословляю, выздоровление дитяти его. Слава Богу! Шаббат шалом, шаббат шалом. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Еверехеха Адонай ве ишмареха Яхер Адонай панавелейха вихунекха. Иса Адонай панавелейха, ве яселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Израиля, благословенный во веки веков, Ава, Отче, Папочка, Папа, благословенный Царь над всей вселенной, слава Тебе во имя Иисуса. Сегодня возносится с нашей земли, с наших сердец, как фимиам, благоухание к престолу славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава, 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 слава Тебе, Господь, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава, 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 аллилуйя, 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 слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже. Благословенный Царь над всеми царями, Господь, господствующий, Бог всех богов, аллилуйя.
начало, конец, первый, последний. Аллилуйя. Братья, сестры, благословляю всех вас. Шаббат шалом, возлюбленные дети Божьи, дети любви. Вот. И сегодня вечером, даст Бог, в 6 часов вечера подключайтесь к трансляции. На служении сегодня в 11 часов, если получится технически, надеюсь, что получится. Я сделал включение вчера, вроде как трансляция получается у меня на улице тоже. Вот там, в том помещении, я постараюсь сделать трансляцию с богослужения сегодняшнего. Если уж не получится, то уж не обессудьте. Тогда уже в записи потом попозже выставлю тогда уже. Вот, и, ну, буду стараться. Вот, и вечером, в 6 часов вечера подсоединяйтесь. Будет завершение субботнего дня. В 6 часов вечера сделаем, да, значит, и... погаснут свечи, да, завершение субботнего дня и встреча нового месяца, месяца Элула, первое число месяца Элул. Хочу напомнить вам, о чем вчера говорил, что Элул, да, Элуль, да, месяц, название месяца, но в Библии нет этого названия, это уже такое народное еврейское название, еще после вавилонского пленения, по возвращении эти названия стали распространены. В Библии этот месяц называется просто шестым месяцем, шестой месяц. Вот, значит, потому что от нашего исхода, если брать месяцы, отсчет лет и месяцев, то завершается сейчас сегодня пятый месяц и начинается шестой месяц, библейского календаря, я имею в виду. Вот, значит, и в этом году красивое совпадение, что первое число месяца Элула совпадает с 1 сентября. Поэтому месяц Элул будет легко отсчитывать. 1 сентября – 1 Элула. 2 сентября – 2 Элула. И до 29 числа. Да. Хорошо, друзья. А потом уже месяц Тишри начинается. Вот так вот. Хочу напомнить, что месяц Элул, Элуль, да, это такая еврейская аббревиатура, можно так выразиться. Потому что расшифровка Элул, она потрясающая. Они ледоди ведоди ли. Вот это выражение библейское, если брать первые буковки и вместе сложить, получается Элул, как раз Элуль. Это я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Аллилуйя. Они ледоди ведоди ли. Аллилуйя. Элул, аллилуйя, Элул, аллилуйя. Все, ну, более подробно расскажу уже вечером сегодня. Вот, и в воскресенье утром, даст Бог, получится. Скорее всего, на улице буду делать трансляцию в воскресенье утром. Ну, посмотрим, как получится уже. Все, с Богом, люблю всех, обнимаю, целую, благословляю во имя Господа Иисуса Христа. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, эй, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, шалом, эй, шаббат, шалом. Эй, шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом.